здесь центральное здание, а по Грузии у нас 11 агентств с аналогичной. Такой же все. Такой же. Инфраструктура одинаковая везде. Вот здесь вот площадку. Сейчас видим транспортное средство, где сдается практика. Все транспортные средства, они принадлежат агентству «Шкода Фабия». 1 марта ввели новые правила, автоматически сдается практика. Что это значит? У нас по территории, по периметру специальные сенсоры, и на транспортном средстве тоже специальные сенсоры стоят, и датчики. И они, если за какое-нибудь нарушение, за малейшее нарушение, допустим, он или вышел за линию, или там дотронулся барьера, все это чувствуют сенсоры, и выявляется на экране. В общем, штрафные очки, которые набрал кандидат для получения прав, выявляются уже на экране. И сам кандидат может смотреть, какие штрафные очки он набрал или и сдал или нет экзамена. В транспортном средстве 4 камеры установлены, впереди 3 и одна камера сзади, они включены. И при сдаче практики в течение дня он может зайти, кандидат, на наш сайт и посмотреть лично его экзамен, как он сдал, как он проехал. Сколько допускают штрафных очков? Значит, в начале экзамена кандидату дается 100 очков. 100 очков, и он может набрать из этих 100. Потом по мере того, как он набрал штрафные очки, вычитывается с этих 100. В общем, идет по, как сказать, наклон. По уменьшению. И 39 штрафных очков допустимо. Сегодня я уже около 850 тысяч машин зарегистрировано. А как вы думаете, какой прирост у вас будет так по годам? Растет парк? Быстро, да? Растет, да. Быстро? Уже, примерно в год на сколько? В год примерно заходит в Грузию и остается примерно 70 тысяч машин.